На красной дорожке Каннского фестиваля признанный авторитет британского кино режиссер Кен Лоуч в компании звезды его последней картины ирландской актрисы Симон Кёрби. В этом году Лоуч привез в Канны свою последнюю ленту «Зал Джимми», которая повествует о периоде в истории Ирландии 30-х годов прошлого века, ставшего известным под названием «Красная угроза». Под прицелом камеры Лоуча привычные элементы его киномира. Ультралевые взгляды героев, социальный конфликт, религиозная безапелляционность. Канадский режиссер Ксавье Долан из франкоязычной провинции Квебек представляет на Каннском фестивале свою новую картину «Мамочка». 25-летний Долан – любимчик фестиваля. В 2009 году он уже завоевал несколько наград со своим дебютным фильмом «Как я убил маму». Как вы себя ощущаете в компании таких авторитетов, как Кен Лоуч и Годар? Они ведь вам в отцы годятся. Действительно, это очень волнительное и в то же время пугающее положение. Но я, конечно, очень горжусь своим фильмом и рад оказаться в такой компании. Корреспондент Евроньюз Фредерик Пансар передает с Каннского кинофестиваля. Картины британского мэтра Кена Лоуча и молодого квебекского режиссера Ксавье Долана получили очень теплый прием на фестивале. И потому у них все шансы, чтобы попасть в список номинантов на «Пальмовую ветвь» в субботу.